В российской хоккейной лиге наступила пора самых ответственных матчей. В решающей серии восточного дивизиона путевку в финал разыгрывали ноябрьские ямальские стерхи и барнаульский Алтай. Дважды победив на выезде, стерхи максимально упростили себе задачу. Но для того, чтобы окончательно отстегнуть барнаульцев, ноябрьцам был нужен еще один выигрыш. Забитый до отказа стадион верил, что наши спортсмены сделают это с первой домашней попытки. Я думаю, что только стерхи, только победа. Но команда Алтай сильная. Я думаю, что думаю, что наши стерхи должны победить. В основное время или в овертайме? Нет, в основное. Хозяева начали матч достаточно уверенно и быстро повели в счете 2-0. Барнаульцы после такого обескураживающего для себя старта выглядели несколько потерянными и не смогли дважды реализовать солидное большинство, когда на скамейке штрафников сидели сразу по два игрока ноябрьской дружины. Ну, у нас состав поменялся наполовину, поэтому как бы стыгнуться нету. Коробка маленькая, непривычная еще. Вообще, что не получилось в первом тайме, если говорить, что получилось? Большинство не забили, надо было реализовывать. Во втором периоде ноябрьцы вновь подолгу гостили в зоне Алтая. К его середине на табло горели симпатичные для местной Торсиды 4-1. В этот момент, пожалуй, даже самый последний пессимист не сомневался в успехе местной дружины. Однако барнаульцы, проявив морально-волевые качества, сумели вернуться в игру, и еще до второго перерыва Алтай сократил счет до минимума 4-3. Счет на табло. Ну, опасений много, как бы проблем много в команде у нас на разных позициях. Ну, я думаю, мы должны победить этот матч, довести дело до конца. Тем более при родных трибунах. Там сделали такое большое дело, как бы здесь не хочется одержать ошибку. Как бы и надо готовиться к финалу. Больше времени будет отдохнуть, если сегодня победим. Третья 20-минутка превратилась в своеобразную игру на нервах. Алтай догонял, стерхи вновь вырывались вперед. Но последнее слово осталось за барнаульцами. 5-5, и игра перешла в овертайм. К чести ямальских стерхов, команда вышла из него полностью отмобилизованной и достаточно быстро решила исход поединка и всей серии в свою пользу. В начале 6-й минуты Дмитрий Ларионов точным броском завершил затяжную атаку своей команды. 6-5, стерхи выходят в финал. Ребят переполняло эмоции, чувство давлел результат, потому что ребята... Ну, процентов 80-90 они не участвовали в таких матчах. Поэтому это я лучше знаю, я вам говорю. Поэтому у них немножко, конечно, давлел над собой результат. А когда давлеет результат, конечно, и игру такую маловразумительную можно показать. Известен уже и соперник стерхов. Им стала Саранская Мордовия. Теперь в противостоянии этих коллективов решится судьба победителя российской хоккейной лиги сезона 12-13 годов. Кирилл Мигель, Артур Кабаневский и Григорий Куропцев. Новости нашего города.